А Олег Ляшко сегодня заговорил на языке Виктора Януковича. Напомню, антикоррупционные органы Украины подозревают главного радикала в незаконном обогащении. Сегодня он ворвался в кабинет главы САП Назара Холодницкого. Причем, ничего не скрывая, даже с гордостью, Ляшко вел прямую трансляцию в Фейсбуке из кабинета. Не скупясь на выражения, политик акцентировал внимание на внешности и манерах Холодницкого и даже называл начальника антикоррупционной прокуратуры шлепером. Я бажаю успіхів вам у боротьбі з корупцією. Олеже Валерійовичу, я реальній боротьбі з корупцією. Я вам обіцяю безпристрасне, незалежне, об'єктивне розслідування по всіх справах, в тому числі і за фактами незаконного збагачення топ-чиновників країни. Я 4 години позавчора був там. Я відповів на всі запитання. Показав те, що прокурори це не показує. Позднее, комментируя внезапный визит Олега Ляшко, Холодницкий рассказал, что кроме шоу никакой информации по существу радикал так и не предоставил. Напомню, только за этот год Ляшко вместе со своей сожительницей приобрели недвижимости на 20 миллионов гривен. В частности, имение в элитном поселке под Киевом площадью 550 квадратов. И это при том, что ни Ляшко, ни его гражданская супруга официально не владеют никаким бизнесом. Откуда такие деньги на роскошное жилье, радикал не рассказывает. А вот коллеги нардепа по парламенту, в частности Надежда Савченко, в кулуарах утверждают, что однопартийцы Олега Ляшко подторговывают голосами.